Они едут в группу Шпильмана-Зуева, но в начале июня знаменитейшая мировая, сильнейшая, золотая группа Зуева и Шпильмана рассталась. И в итоге Рязанова и Ткаченко, Катя с Ильей, приехали уже в группу Игоря Шпильбанда. Но Алексей Горшков по-прежнему с ними работает. Они все вместе и в Америке работали, и в России, в Одинцове. Нина Рота, саундтрек к фильму «Крестный отец». Знаете, сегодня наши парни в ударе, Андрей, действительно в ударе, в полном ударе. И с хорошим настроением и эта пара откатала. Молодцы, ребята, чистый прокат, абсолютно чистый настроением. Мне понравилась первая часть программы, скорость, очень мягкое скольжение. Твизла хорошо исполнили. Вот эта заключительная поддержка, конечно,
получит большой, наверное, плюс в оценках. Ребята вместе с 2009 года катаются, до этого с разными партнерами выступали. Илья с Анастасией Горшковой катался, с Марией Манько, а Катя Рязанова с Джонатаном Гуэрейро. Вот нашли, казалось бы, наверное, лучшее сочетание. Алексей Горшков, который давно работает в Одинцове, но вот это вот его решение уехать к Шпильбанду, по крайней мере, летом. Они достаточно долго там работали в Америке, и Катя Рязанова писала, что ей очень нравится, что она получает огромное удовольствие от этой работы, потому что действительно безумно интересно увидеть другой, новый подход к тому, что она делает из года в год. Но действительно, вот даже смена тренера или появление нового тренера в группе, это всегда освежает, потому что появляется какой-то новый взгляд на привычные вещи. Действительно, у них первая половина программы, как вы сказали, выделялась. Очень быстрые, хорошие поддержки вращения были. Мягкое скольжение. Ну что же, они четвертое место занимали после короткого танца. Опередить итальянцев будет очень сложно, но посмотрим, как судьи оценят. Очень сложно сейчас что-то предугадать. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко из России. За свободный плейс освоили су 93,25. Да, не обыгрывают они. Они четвертые остались. Конечно, сложно дотянуться. 93,25. На 6 баллов они улучшают свой результат нынешнего сезона. Но дотянуться до итальянцев, конечно, очень сложно. И, ну, это объяснимо. Объяснимо, наверное. Хотя скольжение очень неплохое, согласитесь. И реверсность, позиции неплохие. Но у итальянцев-то не хуже. Ну вот как раз на эти баллы не хуже. Да. Конечно, судить танцы, когда все катаются вот так вот чисто, очень сложно, потому что...